Муса Джалиль. Чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя. Не упрекая, ни броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже. И смятением эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины. В смятении смутном произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела. Не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо. Шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышится опять. И не забудется вовеки. Чулочки, дядя, тоже снять.